Как можно быстрее добраться до места назначения – мечта любого водителя. Чтобы объехать возможные пробки, самые находчивые ищут обходные пути. Один из них – участок от станицы Северской в сторону села Львовского. Дорога здесь двухполосная, а значит, чтобы обогнать машину, нужно выехать на встречку. Некоторые водители, не раздумывая, идут на обгон, рискуя жизнями ради нескольких сэкономленных минут. В результате с начала года на этом участке трассы уже 3 дорожно-транспортных происшествия со смертельным исходом. Уважаемые водители, обращаюсь к вам. На этом участке автомобильной дороги соблюдайте, как и везде, соблюдайте правила дорожного движения. Не выезжайте на полосу встречного движения, соблюдайте скоростной режим. Идя на обгон, убедитесь в безопасности вашего маневра. С целью предотвратить дальнейшие аварии, сотрудники ГИБДД организовали профилактический рейд. Силами отдельного взвода дорожно-патрульной службы отдела ГИБДД УВД России Северского района отработка участка автомобильной дороги станица Федоровская, станица Северская, на которой 12 августа произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором, к сожалению, один человек погиб. Госавтоинспекторы останавливали автомобили, проверяли документы и напоминали водителям самые главные правила дорожного движения. Особое внимание уделяли гостям из других регионов, которые не знакомы с данным участком дороги. Северская, Львовская считается опасным участком дороги. У нас здесь было дорожно-транспортное происшествие. Мы предупреждаем вас о соблюдении правил дорожного движения, как и везде на дорогах, о соблюдении скоростного режима, недопустимости выезда на полосу встречного движения. Сотрудники ГИБДД, помимо профилактической беседы, раздали водителям памятки о недопустимости выезда на встречную полосу.